Игра была неплохая с нашей стороны, но много моментов, много не забили. Вот, они, у них было не так много моментов, но они забили. Так что... Так. Задорно начали матч. Вот три голевые возможности уже в первые 5-6 минут. Вот, да, может быть, это как-то надломило то, что забить не удалось. А Йокер едва ли не первый свой шанс использовал. Ну, в последние игры уже мало забиваем. То есть очень много моментов хороших, пустые ворота. Ну, пока не идет она. Может, это и как раз тот момент переломный, когда нам нужно просто потерпеть. Вот. Она пойдет. Просто надо потерпеть, надо работать, надо также продолжать со стремлением на ворота бросать, то есть она зайдет. График очень напряженный, уже завтра игра с трактором, как нужно подготовиться, как нужно правильно восстановиться. Ну, у нас свои методы, как говорится. Отдохнем, я думаю, что, конечно, тяжело после такого проигрыша, думаю, игру не достали, как бы мы хотели переломить ее. Но я думаю, что мы отдохнем сейчас, разберем ошибки, я думаю, что все будет нормально. Первая ваша шайба в нынешнем сезоне. Как ее прокомментируете? Что там произошло? Как все было? Что комментировать? Команда не выиграла. Что комментировать? Ни о чем. Как бы. Если бы выиграли, было бы одно дело. Так проиграли. Что?